Друзья, всем привет! Бывает такое, что на любимой одежде появляются пятна ржавчины. От такого никто не застрахован. Но как убрать? Например, нет дома никакого пятновыводителя, ничего подобного нет. Есть такой народный способ, как избавиться от ржавчины буквально там с тремя ингредиентами. Нам понадобится лимон или лимонный сок, моющее средство любое прозрачное и обычный уксус 9%. Друзья, следующая информация для тех, кто устал страдать, искать и созрел для того, чтобы начать управлять своей жизнью. Знакомьтесь, Виктория Денежкина, психолог, коуч, специалист метода ЦРУ «Дистанционное видение», автор и основатель программы личностного и духовного роста «Метод ИДИР». Метод, который создала Виктория, работает с подсознанием человека и быстро дает отличные результаты. Это семья, благополучие, любовь к мужчине, отношения с детьми и многое другое. Внизу под видео будет ссылка на канал Виктории. Подписывайтесь и меняйте свою жизнь к лучшему. Вот эти три ингредиента. Берем чайную ложку лимонной кислоты. Можно выжать из половинки лимона. Чайная ложка уксуса. И чайная ложка моющее средство любого. Теперь эту смесь перемешиваем. Чтобы не испортить стол, я подкладываю полиэтилен. Берем старую зубную щетку и наносим на эти пятна. Распределяем и оставляем на 30 минут. Друзья, 30 минут прошло, я переместилась в ванную комнату. И сейчас я буду это все застирывать теплой водой. Иногда пятна от ржавчины очень тяжело отходят. Всяко бывает. Может быть, это слишком запущенное, наверное. Можно использовать хозяйственное мыло для того, чтобы дополнительно застирать. Вот, я стираю и вижу, что ржавчина выходит. Если пятно хорошо отстирывается, ну, то есть бывает такое, да, что вот видно, что идет все, то не обязательно хозяйственное мыло использовать. Можно просто вот так вот пожамкать и... Сейчас я простираю полностью и вернусь к вам, покажу результат. Друзья, я пришла в более светлое место, чтобы показать вам результат. Так, с какой стороны у меня было? С этой или с этой? Так, ну, наверное, не знаю. Ну, по крайней мере, вы видите, что ничего не осталось, ржавчина ушла. Да, по-моему, с этой стороны было. Поэтому иногда, когда убираем пятна ржавчины, даже не знаем, где находится. Вот таким вот нехитрым способом можно убрать даже застарелые пятна ржавчины. Я помню, я даже, по-моему, с белой футболки удаляла после того, как делали ремонт в машине, там какие-то ржавые запчасти были. И вот эта вот ржавчина прям капнула. Ну, то есть обрабатывали масло, масло еще капнуло. И все ушло. Вот такой вот нехитрый способ позволит убрать пятна ржавчины. Друзья, надеюсь, совет был полезным. Делитесь советом этим с друзьями, им тоже пригодится. До следующих встреч. Всем пока-пока.